Привнесем в нашу схему немного жизни. Какой недостаток нашей логической схемы? То, что тут не учитываются у нас физические ограничения на проводку. Например, здания Павловская и Донская могут находиться достаточно далеко друг от друга, а мы соединили их витой парой. Витая пара у нас имеет длину максимум 100 метров. Соответственно, нам бы желательно учитывать, где они находятся. Для этого у нас есть physical view. Вот у нас наш город. Назовем его Москва. Используем английские, латинские буквы, чтобы не возникло потом проблем. Иначе будут вопросики вместо русских букв. Это у нас будет Донская. Новое здание создадим. Это будет Павловская. Вот у нас серверная наша. Перенесем коммутатор на Павловскую. Move. Левой же кнопкой нажимаем. Павловская. Back. И два компьютера тоже на Павловскую перенесем. Итак, вот у нас два наших здания. Теперь посмотрим пинг. Давайте мы зайдем на Cisco. И пропингуем Cisco на Павловскую. У нее адрес. Подведите мышку, сразу видите адрес 10.128.1.6. Пинг 10.128.1.6. Так, сейчас канал поднимается, все нормально. А теперь учтем расстояние между этими территориями. Опции учитывать эффекты длины кабеля. Поставили. Вот сюда Павловскую разместим, сюда Донскую. Поднесли кабелю мышку. Расстояние 1400 метров где-то, и кабель витая пара, медь. И опять пингуем. Вот у нас тут видно, что Fast Ethernet 0.1 в состояние down перешел. И соответственно, никаких пингов не происходит. Удалим наш кабель с помощью крестика. И подключим следующим образом. Вообще используются медиаконвертеры. Тут у нас вместо медиаконвертеров будем использовать репитеры. Control выделили один репитер, второй репитер. Escape. Значит, название, естественно, дадим. Это у нас MSK. Донская медиаконвертер 1. И МСК Павловская медиаконвертер 1. Теперь посмотрим, а какие у нас тут порты. Тут у нас, как видите, два порта, просто Ethernet 10 мегабитный. Нам нужно один порт поставить Fast Ethernet, поскольку у нас на порту Fast Ethernet висит. И второй порт поставить оптику 100 мегабитную. Для этого отключаем
медиаконвертер и выкидываем с помощью Ctrl и удаляем модули. Раз, два. Вместо этого модуля одного мы ставим модуль Fast Ethernet. Вместо второго модуля оптический Ethernet. Так, то же самое делаем и со вторым репитером. Сделаю полоску. Со вторым тоже делаем. Выключили его. Выкинули модули. Поставили модуль 1 Fast Ethernet. И один модуль оптический Fast Ethernet. Включили. И этот включим. Все. Теперь мы должны подключить между двумя репитерами по оптике и по витой паре между между маршрутизаторами и репитерами. Вот так вот подключено. Теперь нам нужно еще перенести физически вот так вот у нас вот типовоска репитер на половску переносим. Все. Смотрим состояние. У нас Ethernet 1 поднялся и пингуем 10.128.1.6. Вот видите, пинг пошел. Все. То есть мы заменили витую пару на оптику. Мы поставили в конфигурации учитывать влияние длины кабеля на прохождение сигнала. И вот такая схема, она уже более жизненна. Дает, конечно, немного усложнения в логическом виде.